Так, что же мы все-таки купили в Гудвилле? Вот такой твистер. Играть, чтоб с семьей. Так, взял себе пластинок немного. Flower Drum Song. Кто такой? Не знаю, что за пластинка. Вот такая еще пластиночка. Классик что-то тут. Еще такая пластинка. Они по 2 доллара, в общем. Вот такая пластинка себе в коллекцию. Винил. И такая Hollywood, какой-то серенад. Оркестр. Вот такую сумку. Это все продажи на eBay. Сейчас покажу, что здесь в ней. Вот такая баночка, либо под чай, кофе, я не знаю. Но она очень старая. Попробую, я ее купил за $1.99. Попробую продать за $25 такую баночку. Она реально старая. Мне такая штучки такие нравятся. В общем, банка, смотрите, со всех сторон покажу. Вообще классная. Ретро. Потом дальше идет. Вот такая банка. Coca-Cola Drinks. Delicious and refreshing. Вот она. Тоже она 2 доллара стоит. И она реально винтаж. Старинная. С этой стороны. И так. Вот 2 доллара. Я ее отмою и поставлю на продажу за $25 где-то так. Это есть банка. Еще одна банка. Мне на банке повезло. Грэхэм Крекерс какой-то. Вот она, старая такая банка. Винтаж тоже. Тоже она стоит $2. Вот, прикольно, классно вообще. Попробую либо выставить лотом. Вот так вот банки эти. Либо по одной посмотрю, в общем. Еще из коллекции вот такая банка Coca-Cola. Вот. Сейчас открою, покажу. Доллар тоже $1.99 она стоит. Сейчас открою, покажу. О, она здесь чистенькая внутри. Все, это все в коллекцию. Если не продам, все останется в коллекции. Я надеюсь, я продам их по-любому. Уже есть коллекционеры, которые коллекционируют такое добро. Тем более Coca-Cola. Класс, вообще, я очень рад этими покупками. Так, дальше у нас идет огромная коллекция машинок и поездов. Вот одна машинка. Она была куплена за доллар. Вот доллар. Здесь идет на Chevrolet. Машинки у меня хорошо продаются на eBay. И она вот мини, короче, идет такая. Вот она за 1 доллар. Она тяжеленькая, металлическая. Вот увесистая такая. Ну класс, прикольно, в общем. Такая машинка. Они все... Ну, такого же типа, одной и той же коллекции, просто мини идут. Короче, за 1 доллар попробую. Такая машинка продается за $25. Попробую ее продать за 20. За 1 доллар была куплена. Смотрите, одна. Потом вот такая, не буду открывать уже. Вот такая, 1956 Ford F100 Truck. Тоже в коллекцию. Это все на продаже на eBay. Пойдет вот такая Oldsmobile 69 года. Есть вот такая пожарная машинка. Все упаковки, все отлично, я просто ценники подклею эти и буду продавать по $20 каждую. Такая машинка тоже пожарная. Еще из пожарных машинок вот такая. Они все металлические идут, маленькая. По-любому будут брать такой коллекцион. А это идут поезда вообще. Вот, 99 центов. Я смотрел на eBay, такой поезд стоит $27, 25-27. Попробуем продать за 25, как получится, в общем. Вот, локомотив, вот такой он будет внутри. И здесь еще такой же локомотив, только он немного разный. А, нет, одинаковый. Одинаковый. Два одинаковых. Пойдет, в общем. Прикольно, классно. Кто коллекционирует машинки, по-любому купят. Поехали дальше, что я еще купил. Дальше, я ни разу не пробовал. В общем, продаются, наверное, хорошо на eBay вот такие штучки. Это как типа индейцев. Вот такие штучки разные. Это настоящая кожа. Вот оно, обвернуто в кожу. Это настоящий мех. Вот это вот мех настоящий. Шкура, то есть шкура. Какого зверька, не знаю. Что за зверек. Шкура. Вот тут разные такие перья, в общем.
Ну, такая вот штука. Попробуем ее продать за... Она у меня стоила 2,99. Попробуем продать за $50, в общем. Вот такую штучку. Я надеюсь, возьмут ее. Прикольная вообще, классно. Такие штучки берут. И у меня должны, походу, взять ее такую. За $50 поставим, а там посмотрим. Дальше, что у нас? Взял такие CD-диски. CD-диск Christmas, Рождество, with friends, с друзьями. Вот такой. $2. Это я уже не на продажу, а в коллекцию себе. Вот такой диск тоже, CD-диск. А, Дида называется. No Angel. Вот он, сборник идет. Есть такой. Это в коллекцию мне, не на продажу. В коллекцию мне VHS кассета The Jungle Book. Это Маугли. Это фильм. Вот. $2 стоит такая кассета VHS. Я их собираю, коллекционирую. И Арнольд Шварценеггер Jingle All The Way. Вот такая VHS кассета тоже. Про Арнольда Шварценеггера, как он встречал Рождество, походу. Я вот не помню этот фильм, но вроде я его смотрел. Он взял его. И в упаковке, идеальной упаковке, практически новая, она даже не открывалась. Это называется Джуманджи. Офигенный, короче, фильм с Робби Уильямсом. Я думаю, кто смотрел, поставьте лайк огромный под видео. Джуманджи, такая вот VHS кассета. Класс вообще. Бомба. Я такую еле нашел. Я хотел ее всегда найти, но вот я ее нашел. Ну и все, собственно говоря. Вот это на продажу идет, это не на продажу. Вот и все.